Всем привет, друзья! Дошел я к кроликам. Не убирали сено под клетками, некогда, не успеваем. Там скосили люцерну, это скосили недели полторы назад. Она уже легла. Ну, затянули. Были дожди, в общем, скосили. Убрать ее не получилось, потому что опять задождилась. В общем, пропала люцерна. И пришлось 4 часа это все сгребать, чтобы сжечь. Она потемнела, почернела. В общем, вот так вот. Потратили очень много времени. А надо уже собираться. Так что ничего. Под клетками побудет. Уберем. Да, цыпы. Здесь цыплята. Взрослые куры почему-то сюда не ходят. Реже ходят. Ну а цыплята здесь трутся. Выходят с курятника и приходят тут в основном. И лазят. Такие дела. Так, ну что, пойдем подряд. Здесь, ребят, по-моему, 3 самца на откорме. 2 тут крупнее, 1 поменьше. Убирать тоже сейчас некогда, недельки через 2-3 займемся. Здесь, может, парочку уберу, а меньше будет еще наедать. Да, Сеня? Сеня, надо тебе уже искать замену. И оставлять пару крольчих ремонтных под тебя, хороших. Тебе уже искать замену. Так, идем дальше. Здесь мы нагадили поилку, сейчас водичку пойду поменять. Здесь тоже на откорме. Двоечку отсюда убирали. Есть тут тоже такие крупненькие. Оттуда будем с верхней клетки двоечку. И отсюда, я думаю, двоечку можно будет выбрать. Прогнать через весы и самых крупных убрать. Ну, остальные будут до конца. Так, каждые 2-3 недельки потихоньку. Тех, кто на откорме, будем убирать. Да, кролики? Да? Скажите, да. Вон сейчас пшеничка идет, вроде не рассыпает, а то, что выгребут, здесь цыплята под клеткой пособирают. Здесь, ребят, та мамаша, которая последняя окролилась. Вот такая малышня. Их здесь 7 штук. Маточники еще не убрал, остальные все маточники поубирал. Здесь оставил, ну пускай еще побудут. Они в него не гадят. Что пускай побудут еще маточники. Да, дети? Да, да. Вспышечку включить, чтобы дальний угол засветить. А, здесь еще один. И мамаша. Мамашу уже на следующей недельке можно будет пробовать перекрывать. Так, идем дальше. Здесь тоже на корме, но выводок поменьше. Схема будет та же, то есть выбирается будет двоечка, какая-то троечка. Прогоняться через весы и убираться по необходимости. Ну, саморазилка у меня забита. Ну, а. Курейку даже можно будет на тушенку пустить. Тоже пшеничка, все есть. Так, здесь тоже малышня. Вот такие уже килограммы по 2,5. Вот какая-то склеточка освободится, этих можно будет даже немного разделить. Да? Сейчас тут прям сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, по-моему. Если я правильно считаю, где-то 9, да. А ну, посчитайте по ушам. Ну, как видите, даже вот такой клетки
Уже спокойно, да, убойного веса у меня максимально, по-моему, штук 10. Докармливал до убойного веса. И нормально. Может, тесновато немного, но ничего страшного. Королям много места не надо. Есть где полежать, отдохнуть, есть водичка. Есть подход к кормушке. Поэтому, я думаю, нормально. Здесь, ребят, эту мы крольчиху сегодня перекрыли. У нее осталось 2 или 3 крольчонка, 3, по-моему, или 2. Ну и все. Был небольшой падеж. На следующей неделе куплю. Буду ехать от паралича. Это геморрагическая болезнь кроликов. Проколю и буду отлучать этих. И сейчас дойдем там, где покрыто 2 недели назад. Так, здесь то. А и здесь ребята у меня приезжали, забрали немного крольчат на развод. Ну или на мясо, я не знаю. Осталось здесь троечка. Да, троечка. Ну и слава богу, они здесь такие грязновастенькие были. Так что сидят. Вот, пшеничка есть. Все нормально. Ну как наминаю. Там дробленка, нечистое зерно. Да, и стукает, и стукает. Так, идем дальше. Здесь. Здесь тоже сегодня убрали маточник. Он как бы уже не нужен. И этой крольчихе кролица, по-моему, через 12 дней, что такое. Вот проколем этих и тех. И отлучим. Как раз у меня клетка свободная. Там, где была рыжая. И эти будут уже дальше на докорме. Эти сидят на комбикорме. Да, малышня. Общительные, ну такие. Килограммчик. Может, чуть меньше. Хорошая. И надо все-таки думать что-то на пол. Мне написали, может, фанерки. Да, может, и фанерку буду думать. Может, с доски что-то соберу. У меня фанеры нет. Так что, может, с доски. Все надо застилать, потому что коты маленьким крольчатам цепляют их за лапы. А это не есть хорошо. Вот так вот. Ну, а здесь пустая клетка. Тут стоял маточник для рыжей. Это перевернул, поехал на клетку обратно. В общем, так. Ну, такие дела, ребят, с кроликами. Пока все более-менее стабильно. Вот, пометил, что 25 августа покрыл крольчиху. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Всем удачки. Всем пока.